день, дорогие друзья. Сегодня мы находимся на Кватро. Квартира площадью, по-моему, если я не ошибаюсь, 32 квадратных метра. Вот. И сейчас вот что произошло приблизительно за, не знаю, сколько мы здесь, полторы недели где-то начали работать. Вот. И сейчас краткий обзор того, что сделано. И начну я с того, что сейчас оказалось принципиальными позициями. Поснимай, пожалуйста, вот эту пену. Вот. Это деформационный шов, когда сейчас, я же говорю, мы вот, ну, столкнулись с такой проблемой, что потрескались даже блоки там. То есть, представляешь, на лазурке, короче, треснули даже блоки. Мы сейчас разбираем все, зачищаем, там ужас, короче. Я никогда такого не видел. И, ну, как мне объяснили, скорее всего, что это произошло какое-то такое маленькое, это, или тряхануло, или дом сел. То есть, потрескалось у всех, кто армировали, не армировали, короче, у всех треснуло. Вот, поэтому мне спросили, а вот делаете ли вы пену, там, деформационный шов, или вот мы прокладываете пеноплекс. Мы наоборот пеноплекс достаем, чтобы сделать специально вот такой вот. И вот посмотри, обрати внимание, еще примыкание стены вот под ригелем. Видишь, вот тоже пеноплекс везде повыковыривали. Вот. И даже выковырили там, где от застройщика. То есть вот это не наши стены, но тем не менее мы тоже все сделали. Так, второе. Что мы здесь? По поводу сетки. И говорят, что вот, а вы прокладывали, не прокладывали. Смотри, вот видно третий ряд. Получается, вот она сеточка. Вот отковырял чуть-чуть, вот она. Потом вот сетка. Вот здесь еще можно увидеть. Мы ее так уже сбоку не увидим. Но отсюда, получается, у нас есть сеточка. И вот прям над балкой, вот она. Прям над балкой, получается, тоже есть сеточка. Вот, глубина опирания, в принципе, опять же, у нас вышло здесь, ну, порядка 12-13 сантиметров, это более чем достаточно. В некоторых местах, вон, там все 20 лежит, поэтому сильно роли большой не играет. Так, сейчас я буду еще снимать отчет, вот, ну, Владимир нас попросил сделать некоторые вещи. Перенести, допустим, выключатель, который будет здесь стоять, холодильник, выключатель с этой стороны мы перенесли на эту. Это вообще, конечно, не очень удобно на проходе иметь выключатель, но здесь все-таки не наши требования, поэтому Владимир попросил, мы сделали. Владимир, мы все сделали. Вот. Второе, кинули дополнительную линию вот сюда, он тоже сюда просил кинуть дополнительную линию. По-моему, если не ошибаюсь, это будет дополнительный полотенцесушитель. Вот, кинули тоже еще одну дополнительную линию. Скорее всего, что возле унитаза будет стоять здесь бойлер. Вот, так, ну, в санузле обязательно цементно-песчаная штукатурка. Вот, и штукатурку мы вот сейчас уже, ребята мои уже начали, сейчас вот Иван вышел, вот, но штукатурка уже пошла. То есть уже видно, уже первые шаги, когда черновуха, она превращается в уже в жилую квартиру. Вот. Так что, не знаю, спрашивайте, комментируйте, ставьте лайки. И всего доброго, пока-пока, смотрите нас, не забывайте.